Дорогие друзья, добрый день! Компания ЭПФ является официальным дилером Петербургского тракторного завода на территории Тамбовской области. И сегодня у нас есть замечательная возможность познакомить вас с новинкой завода, абсолютно новым трактором модели К7М. Трактор отличается более современным внешним видом. Новый капот у этого трактора. Капот оснащен большим количеством, здесь вы видите 8 рабочих фар. И также на крыше трактора расположены 4 рабочие фары. Итого всего 12 рабочих фар позволяют работать в ночное время, не теряя при этом производительности. Капот обладает очень хорошей боковой защитой. Здесь видите такой щиток. Работа в грязь, в плохих условиях. Двигатель, моторный отсек всегда остается чистыми. Все новые линейки тракторов К7М оснащены новым типоразмером шин. Здесь вы видите, сегодня мы представляем трактор модели К742 Premium. Premium – это то, что двигатель производства Mercedes. Премиальные машины оснащены импортной резиной. Сегодня представлен здесь трактор, установлена резина Mitas размерностью 710 на 70 на 38. По сравнению с предыдущими моделями, само колесо у этого трактора несколько уже, но за счет увеличенного внешнего диаметра шины достигается пятно контакта увеличено на 15%, что, соответственно, опять-таки влияет на тягово-сцепные характеристики трактора, а также уменьшает уплотнение почвы. Исключена рамка, которая была раньше на предыдущих моделях, стояла перед лобовым стеклом. И, соответственно, это дает нам более удобный доступ к моторному отсеку, удобно обслуживать все узлы, агрегаты, все в зоне доступа. Механизмы системы радиаторов устроены таким образом, что позволяют всех открывать, удобный доступ к ним. На тракторах семейства Premium устанавливаются двигатели производства Mercedes мощностью 358, 401 и 428 лошадиных сил. Также на этих тракторах доступны двигатели производства Тутаевский моторный завод мощность 300, 350, 390 и 420 лошадиных сил. Вот именно сегодня представленный здесь трактор, это является флагманом, он самый мощный. У него самый мощный двигатель 428 лошадиных сил, позволяет совершать любые агротехнические мероприятия. Трактора семейства К7М оснащены новыми усиленными мостами, а именно, значит, бортовой редуктор. На предыдущих моделях здесь 3 сателлита. В этих редукторах уже стоят 4 сателлита, что позволяет на 30% больше передавать крутящий момент, так как на сегодня двигатели с большим запасом мощности. Также эти мосты оснащены дисковыми тормозами. На тракторах К7М обновленная кабина большего размера, то есть задняя стенка у этой кабины отодвинута на 18 сантиметров. Это увеличило, во-первых, само пространство внутри кабины. Увеличенная крыша создает тень для механизатора. На предыдущих моделях лестница была жестко привязана к кабине. Сегодня она уже стоит абсолютно отдельно. Также раньше к кабине был привязан глушитель. Выхлопная система тоже была жестко с кабиной. Все это вместе давало вибрации, шум, температуру передавала на кабину. Сегодня это все установлено отдельно. Кабина, в свою очередь, вместо резиновых амортизаторов уже стоит на гидроопорах. И это дополнительно создает комфорт при работе механизатора и мягкость хода.
Также я вам напомню, что все трактора Кировец оснащены передним подрессоренным мостом. Он и так отличается плавностью хода. Ну а такое совершенствование уже делает работу в этом тракторе максимально комфортной. Мы с вами находимся в кабине премиального трактора К-742 Premium. Внутри мы видим панель приборов, куда выводятся все показания режима работы двигателей. Этот монитор у нас показывает режим работы коробки перемены передач, панель управления гидросистемой трактора, рычаги. Особое внимание обратите на новую систему, это Command Post 3, это управление коробкой перемены передач. То есть все уже переключения режимов, переключения скоростей осуществляются при помощи одного вот этого джойстика. Большой гордостью специалистов завода является то, что в данной кабине удалось достичь очень низких показателей по шуму, виброизоляции. Это в первую очередь достигается вот этим покрытием. Вот данное покрытие – это многослойный, так сказать, слоеный пирог, его толщина около 10 сантиметров, полностью исключает передачу шумов, вибраций и температуры во внутрь кабины. Также климатическая система новой кабины устроена таким образом, что помимо системы кондиционирования воздуха, здесь имеется функция поддержания избыточного давления воздуха в кабине, что исключает подсасывание из снаружи, пыли и так далее. Рабочее место оператора оснащено очень удобным сиденьем на пневмоамортизаторах. Сиденье имеет настройки не только там вперед-назад, вверх-вниз, но также подстраивается и под вес каждого механизатора. Учитывая, что сама кабина находится на гидроамортизаторах, что трактор имеет мягкую подвеску, так в дополнение ко всему еще такое мягкое сиденье делают работу механизатора очень комфортной. Петербургский тракторный завод провел большую работу по модернизации своей линии по производству коробок перемены передач и трансмиссий. И сегодня установленные на обновленные трактора коробки обладают механизмами повышенной точности, увеличенного давления. Отличается от предыдущих еще тем, что здесь отсутствует редуктор привода насосов. Здесь насос гидросистемы стоит непосредственно уже на коробке перемены передач. Это, в свою очередь, опять-таки снизило вибрации, снизило энергопотери и увеличило производительность трактора. В дополнение, на двигателях Тутаевского моторного завода компрессор кондиционера уже инсталлирован в сам двигатель, здесь его нет. Сегодняшний трактор с двигателем Mercedes, здесь мы видим, по-прежнему стоит компрессор кондиционера. Задняя навеска тракторов Кировец К7М является универсальной и претерпела также значительные изменения. Как вы видите, здесь изменена конструкция нижних рычагов. Они уже не используют горизонтальные раскосы цепочки. Вместо них стоят наружные вот растяжки, регулируемые работу этих рычагов. Это сделано для того, чтобы идущий в стандартной комплектации так называемый ТСУ, тягово-сцепное устройство, такой жесткий фаркоп. Он предназначен для работы с тяжелыми прицепными орудиями. Как вы видите, сегодня у нас прицепной турбокультиватор Селфорд с вертикальной нагрузкой до 4 тонн, чтобы он не мешал уже работе трехточной навески. Сама трехточная навеска на данном тракторе четвертой категории. В комплектации с трактором идут переходники и адаптеры, позволяющие ее переоборудовать в третью категорию. Таким образом, с трактором Кировец можно эксплуатировать абсолютно любые прицепные навесные сельхозорудия. Гидросистема этого трактора производительностью в базовой комплектации 180 литров в минуту. Опциональная есть система
Power Beyond, она прямой передачи потока жидкости, до 260 литров в минуту позволяет давать рабочий поток. Такая высокая производительность гидросистемы позволяет также с этим трактором использовать практически любые посевные комплексы. Трактор Кировица, мы с ним знакомы давно. Раньше были еще у нас серии трактора К-701, два трактора. Вот, выбор сделали 4 года назад, купили первую серию К-744 R4 премиум. Трактор понравился, достаточно надежный. Сейчас на данный момент он наработал у нас около 7 тысяч мот-часов. В этом году по программе Росагролизинга приобрели еще один трактор К-742 премиум. И тот, и этот трактор у нас оснащены мерседесовскими моторами 428 лошадей. Трактор отличается, по нашему мнению, более высокой производительностью, лучшей шумоизоляцией и меньшими вибрациями на разворотах, то есть, что удобно и комфортно для механизатора. Компания ПФ поставляет на территорию Тамбовской области трактора Кировец К7М по различным схемам финансирования. Это и льготные кредиты Сбербанка, Россельхозбанка, лизинговые компании коммерческие.